Офигеть! Прошел уже год. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Да-да, вроде бы, как мне казалось, недельки две назад я снимала видео, где поздравляла свою сестру с 11-летием. А как оказалось, нифига не две недели прошло, а уже целый год, и сегодня, 17 декабря, моей родной сестренке Полине исполняется уже 12 лет. Во-первых, она уже капец как выросла, и я ее уже давным-давно не считаю ребенком. А во-вторых, если сейчас декабрь, то буквально через 2,5 месяца мне исполняется 18 лет. И это капец. В общем, как вы поняли по названию этого видео, сегодня я собралась поздравлять свою сестренку с днем рождения. Прямо сейчас она сидит в комнате, знает, что я уже снимаю приветствие, но не знает, какие подарки я для нее подготовила. Во-первых, я думаю, вы уже обратили внимание на вот это прекрасное худи из моей коллекции. Обязательно досматривайте видео до конца. У меня вышла своя коллекция одежды. И даже для Полинки я подготовила приятные подарки, от которых она будет просто в шоке. Естественно, бокс. Без него ну просто никак. В который я положила и деньги, и подарки, и косметику. И всякие бомбочки, уходовые средства. Все, чего только Полинина душа не пожелает. Естественно, подарочки из своей коллекции одежды. Она, кстати, о том, что у меня есть своя коллекция, еще не знает. И вы тоже узнаете первые. Ну и еще я Полинке подарю новые крутые кроссовки, в которые еще положила очень-очень милую пижамку. В общем-то, не буду вам раскрывать все карты, показывать, что ей подарю еще. А передо мной сейчас лежит достаточно много подарков, помимо тех, что я вам прямо сейчас показала. В общем-то, ставим лайки, подписываемся на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. А я вам сейчас покажу, как выглядит моя комната. Сегодня Полина пожалует мою комнатку и распакует подарки. Кстати, я ей еще купила вот такие вот красивые шарики. Вот этот шарик сверху я вам не показывала. Да-да, Полина полюбила Hello Kitty в последнее время. И подарочков с изображением Hello Kitty сегодня тоже будет очень много. Я знаю, как вы любите подобные видео, поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Если вам не терпится побыстрее узнать о моей коллекции одежды, все ссылки в описании. Но сегодня я вам поподробнее об этом расскажу, поэтому досматривайте обязательно видео до конца. Ну а мы можем начинать. Прямо сейчас я позову Полину. Поехали! Вот так вот выглядит все это дело. Вот эти вот три коробочки с подарками из моей новой коллекции одежды. Полина обязательно все это дело откроет. Также я этот бокс поставила рядом и сверху положила игрушки от Hello Kitty. Полина Hello Kitty просто обожает, как я вам уже говорила. Сзади лежит коробочка беленькая с самым главным подарком. Я уверена, Полина очень обрадуется. Ну и прямо сейчас я уже пойду ее звать. Кстати, Полину вчера поздравляли подружки с днем рождения. И поздравляли, как ни странно, в моей комнате. Взорвали хлопушку, и весь пол теперь выглядит вот таким вот прекрасным образом. Красиво, не правда ли? А еще я хочу перед вами похвастаться, девочки. Мне недавно мой молодой человек подарил вот такие вот красивые черные розы. 103 розы. Это просто красота. Букет невероятный. Вы все знаете, что я обожаю черный цвет, в особенности черные розы. Это очень оригинальный подарок. Но мне уже не терпится пригласить Полину, поэтому теперь уж мы точно можем ее приглашать. Погнали. Ну что, моя дорогая именинница? Ты думала, я буду без подарка или что? Как бы я тебя поздравила в 0000, но в любом случае подарок обязательно должен быть заснят. День рождественский бокс? День рождественский бокс, и не только, Полина! Давненько не было на моем канале рубрики с боксами, как я дарю приятные подарочки, поэтому Полину мы вместе с вами сегодня поздравим с днем рождения. Полина, как ты видишь, слева от тебя лежат приятные подарочки, и ты можешь начать с любого. Я уже вижу Hello Kitty. Да, это игрушки от Hello Kitty, такие маленькие, которыми ты можешь украсить комнату, стол, там, я не знаю, все, что ты хочешь. Блин, круто.
Круто, а где ты их нашла? Я их заказала на сайте, где мы с тобой постоянно заказываем всякие шмотки, одежду и так далее. Круто, капец, спасибо. Я, ребят, очень люблю Hello Kitty, я прям фанатка. И мне сейчас все дарят все с Hello Kitty, я очень рада. Ага, поэтому можешь открывать дальше, что тебе вообще первое захочется открыть. Ну, я хочу открыть этот рождественский бокс. Ну, конечно, а скажи, по твоему мнению, как ты думаешь, что лежит вот в этих трех коробках? Это... тут нарисован смайлик. Тут нарисован смайлик, я но... Я думаю, это либо сладости какие-нибудь с Китая, либо какая-то одежда, которую ты заказала. Но все равно мы открываем первый бокс, поэтому, дорогая моя... Раз, два, три! В глаза тебе что первое бросается? Как ты думаешь? Что первое мне попалось в глаза? Это рюкзак очень тяжелый, наполнен чем-то в виде черного единорога. А ты попробуй додуматься вообще, что это за рюкзак тут такой. Тут написано Dolce Mil. Угу. Поэтому значит? Значит, это не единорог, а корова. Это корова. Да. И тут, наверное, какие-нибудь гели для душа от Dolce Mil. Открывай, посмотрим, что там лежит. Тут. Сейчас. Тут. Что там? Зрителям тоже интересно. Так, Карина. Тут у нас лежит что? 20 тысяч рублей, Карина. 20 тысяч рублей. Ну, Полиночка. Откуда у тебя берутся эти деньги? Я знала, что ты захочешь потом еще купить что-то самостоятельно, поэтому я... Я по традиции, дорогая моя, спрятала для тебя деньги не только в этом рюкзачке. И там лежит еще подарок. Поэтому открывай, денежки откладывай, купишь на них какие-нибудь себе, там, я не знаю, новые AirPods. Здесь розовая бумажка, наполненная чем-то. Там у нас находится... Да, как я и думала, гель для душа от Dolce Mil и... Крем для рук, по-моему. Крем для рук. Да, мне очень понравились эти рюкзачки. Причем ты чувствуешь, да, как эта бумага пахнет? Гель для душа пахнет. Да? Слушай, реально, как будто бы нам... Мазали, да, еще чем-то, надухарили эти баночки. Очень супер. Круто, спасибо. Угу. Рюкзачок мы откладываем, очень красиво. Будешь прятать туда что-нибудь? Это с Hello Kitty что-то. Да. Это у нас тоже гель для душа, раз мы пошли шампунь, с тобой. Шампунь, гель и пена для мытья и купания. Да, то есть это три в одном, все подряд. И я хочу, чтобы зрители тоже увидели. Это у нас вот такой вот бочоночек с Hello Kitty. И Полина, я помню, пользовалась, да, такой пеной для ванны, и она недавно у нее закончилась. Да. Поэтому я решила купить себе с другим ароматом и покруче. Спасибо. Сразу, чтобы было три в одном. Это что? Это мягкая маленькая игрушка, Полин. Она такая же милая, как и ты, поэтому я решила ее купить. На меня похож. Да, ты прикинь, на полочке стояло очень много игрушек, но я почему-то захотела подарить тебе именно эту прелесть. На меня похож. И знаешь, Полин, вот все зрители, точнее большинство, прекрасно знают, и ты в том числе, что у меня очень хорошая интуиция. Что я человек, который все чувствует, постоянно с чем-то сталкивался. Поэтому я тебе хочу сказать, что это 100% твой оберег. Как только я взяла эту красоту в руки, я поняла, что, ну, в этой игрушке что-то есть. Я это чувствую. Полин, я клянусь тебе, я это чувствую. Ты знаешь, что я такой достаточно суеверный человек, поэтому, ребятки, посмотрите на эту прелесть. Я просто хочу вам сказать, что именно эта игрушка все оставшееся время будет Полину оберегать. Просто, знаете, это... Я это чувствую, и, знаете, даже эмоции не описать. Вот когда ты видишь, что игрушка действительно вот для определенного человека подходит, вот я поняла, что она именно для Полины, поэтому, Полин, держи. Спасибо. Она просто офигенская. Будь мой оберег, потому что я тебе верю. Ребятки, а давайте-ка сравним Полину год назад и сейчас. Слушай, ну ты очень даже поменялась, я тебе скажу. Хотя видео, где я тебя поздравляла в тот раз, вышло ровно год назад, Полин. Именно в это время, год назад, я снимала видео, где тоже поздравляла тебя с днем рождения с боксом. И сейчас, смотря на тебя, я хочу тебе сказать, что ты реально, Полин, выросла. Вот ты стала реально другим. Давай таким... дальше распаковывай. Взрослым человеком. Ну, я просто тебя очень люблю, поэтому... Я просто увидела Hello Kitty, мне не терпится. Давай. Это что? Здесь нарисовано Hello Kitty. Написано. Итак, Hello Kitty, написано... Hello Kitty. Hello Kitty, туалетная вода для девочек старше 14 лет. Но да. Девочки мне 12, нарушают правила. Но все
равно, тебе можно. Полина уже ведет себя явно не на как 12-летний ребенок, точнее. Круто! Поэтому можешь. А можно я ее распаковывать? Да, конечно, распаковывай. Посмотрим вместе со зрителями вообще, что это за штучка такая. Кстати, в моем инстаграме и в Полинином, ребятки, мы вам покажем, как вблизи выглядят распакованные вот эти игрушки. Но я хочу, чтобы вы и сейчас на них посмотрели. Посмотрите, какие красивые. Ими можно украсить вообще любую комнатку, и они будут красиво стоять и поднимать настроение. Как там успехи у тебя с ароматом? Я распаковываю, я очень хочу понюхать и посмотреть, как выглядит вообще эта туалетная вода. Может, она вообще в форме Hello Kitty? Ну вот, сейчас узнаешь. Открывай. Мне, кстати, очень понравились оттенки на этой коробочке. Они такие прям розовато-фиолетово-оранжево-голубовато-нежные, в общем. Цветочные, красивые. Да-да. Итак. Она такая маленькая. Маленькая, но зато удаленькая. Вот я тебе честно скажу. Посмотрите, ребят, как вблизи выглядит этот аромат. Он очень-очень-очень красивенький. Я читала отзывы вообще. У одной из подруг Полинки были подобные духи, но не с таким ароматом. И она мне сказала, что Полине 100% такое может понравиться. Так что, дорогая моя, можешь послушать этот аромат. Вообще, как он тебе подходит, не подходит. Это как раз вот этот, типа, сладкий аромат, как тебе подходит. Прям, ребят, это, знаете, вот даже с каким-то то ли отдыхом ассоциируется, да? Как будто бы ты куда-то улетела. В дьюти-фри в аэропорту ты? Да. Вот такое прям сладенькое, вкусненькое. Вообще супер. Тем более уж Hello Kitty. Вообще. Дальше давай. Я вижу что-то из косметики. Это похоже на... Это тушь. Да, у тебя закончилась тушь буквально 3 дня назад. Поэтому, дорогуша, спасибо. Новенькая тушь тебе не помешает. Спасибо большое. Давай далее. Какой-то пакетик. Это новые упаковочки для бомбочек от Lush. Реально? Да, можешь прям достать, ничего страшного, я потом все приберу. Если там что-то высыпется, испортится, все равно мне не в твоей комнате снимаем. Вот эта бомбочка в форме подарка. Круто! Естественно, спасибо. Тематическая. Дай-ка я покажу быстренько ребятам. Это моя практически самая любимая бомбочка от Lush. Она такая золотистая и внутри как будто бы конфетти. Прям она такая яркая, красивая и пахнет карамелькой. Да, кстати, очень вкусно пахнет. Да, аромат у этой бомбочки просто потрясающий. Ребят, чтобы вы понимали, насколько я люблю Hello Kitty, у меня даже маникюр с ней. Да, Полина недавно сделала себе еще маник с Hello Kitty. Просто офигенский, посмотрите, красота. Итак. Фанатка. Фанатка. Продолжаем дальше. Дальше я вижу еще одну бомбочку. Еще одна бомбочка. Это не бомбочка, по форме другая. Угу. Да. По форме это уже явно не подарочек золотой. Бублик. Это, кстати, из новой коллекции я бомбочку взяла. И она яркая и чем-то похожа на Intergalactic бомбочка. Она такая прям, помнишь, синяя, кругленькая. Я тебе ее в тот раз дарила. Дубай напоминает. Да, по аромату реально чем-то таким цитрусовым пахнет. Вот такая вот бомбочка на таблетку большую похожа. Очень круто, спасибо. Да, суперская. Так, дальше я, пожалуй, уберу остальной наполнитель, который тут... Что? Может, хватит мне деньги дарить? Нет, а что это хватит? Ты хочешь, заберу? Карина, лучше забери, потому что, блин, реально, зачем мне столько денег? Ну, накупишь на них что-нибудь. Еще 20 тысяч. Миллионерша. Еще 20 тысяч рублей. В итоге у тебя уже есть 40, правильно? Правильно. Купишь на эти 40 тысяч что-нибудь себе превосходное, крутое и что понравится тебе больше. Может, ты остановишься уже, а? Не, может, ты себе новенький айфончик какой-нибудь купишь. Полин, просто знаешь, что я тебя очень люблю. Я тебя что... тоже, Карина, но, блин, это уже слишком. Деньги не помешают никогда. Поэтому... Ты меня скоро избалуешь. Да я уже тебя избаловала. Ой, что ж поделать? Еще одна бомбочка. Бомбочки, ребят, Полина просто обожает, поэтому для нее это счастье. Это самая красивая. Да, мне она тоже понравилась. Она, ребят, нежно-фиолетового цвета. Цвета красивая, но все-таки подарочек золотой был красивее, но она пахнет вкуснее всех. Да, вот эта бомбочка, она вообще пахнет лавандой с такой вот ямкой небольшой. Очень удобно. А для чего эта ямка? Ее ставить, то есть она не скатится никуда. Ну, просто такой дизайн у бомбочки очень симпатичный и аромат крутой. Я вижу бомбочки с единорожками из Литуаля. Ну-ка. Всех видела. Какие бомбочки? Хлеба. Маски. Ты хотела сказать маски тканевые, да? Ой, да, я хотела сказать маски. Но это hair mask. Питательная маска, шапочка для волос. Да, то есть я тебе не стала дарить маски для лица. Круто. Потому что у нас их с тобой, Полин, просто целая гора.
Единороги одобряют успокаивающие патчи для лица. Очень круто. Патчи для лица, спасибо. Ну и масочка для волос. Вот такие вот красивые. И последние. Масочки. Не последние. Карина опять подарила мне деньги. Да, еще 5000 рублей. Купишь на них что-нибудь себе покушать в ресторане? На мороженку еще бы сказала, да? Да, на мороженку золотую. Позолоченную. И носки из Зайки. Они должны быть теплые. Я видела у них на сайте. Да, спасибо. Носочки очень красивые, яркие и симпатичные. Теперь, ребята, мне очень сильно интересно, что вот в этих трех коробках. Потому что если в этих 40 тысяч, или сколько? 45 уже. 45 тысяч, Карина, то здесь что? Здесь кое-что покруче. Золотые яблоки из Майнкрафта. Сейчас мы, Полиночка, с тобой посмотрим. Но перед этим я хочу тебе, моя любимая именинница, сказать, чтобы ты обратила внимание на мое худи, которое на мне сейчас. Видела ли ты его когда-нибудь до этого на мне? Нет, я думаю, новая. У меня вышла своя собственная коллекция одежды, и я тебе об этом не говорила. Но ты знаешь, что я тебе... Поздравляю, Карина! Круто! Мерч твой? Да, мой собственный мерч. Круто. И там нету никакого, знаешь, прямого намека и отсылки ко мне, но худи и футболки, они настолько крутые, что я просто около полгода вкладывала в них просто всю свою душу. Я не хотела тебе показывать и даже скрывала от тебя иногда сторис, когда рассказывала в Инстаграме о своей коллекции. Хочу, чтобы ты сейчас дала свое честное мнение по поводу моей коллекции. Тут не все, тут не все, но... Качество хорошее. Открывай. Очень мягкое, хорошее. Ну да, конечно, Полин. Вся моя коллекция одежды выполнена из 100% хлопка. Поэтому одежда невероятно мягкая и качественная. Круто. Поэтому доставай. Достаем первую коробочку. Сейчас вы увидите, что из своей коллекции я подготовила для Полинки. Итак. До меня дошло. У тебя здесь... На худи на твоем. Вот такой вот пришит логотип. Да, это логотип моей коллекции Off-Label, поэтому, ребятки, если вы не видели, я вам поподробнее сейчас расскажу о коллекции. Вот такой вот логотип у моей коллекции, и он просто офигенный такой смайлик, который чуть-чуть стекает. Итак, открываем. Вау, как все круто распаковано. Да, все очень качественно выполнено. Такая вот красота. Крутяк. Итак, тут у нас худи. Это как у тебя? Как на мне прямо сейчас. Поэтому... Я померю. Давай, дорогая. Мы с Полинкой сейчас будем одинаковые. Ну и я хочу, ребят, чтобы вы обратили внимание на качество этого худи. Все невероятно круто выполнено. Тут написано I'm golden. То есть я золотая, я крутая, я суперская. И худи очень круто выделяется, в особенности, если сделать какие-нибудь ярко-желтые смоки, яркий необыкновенный макияж. Ну и хочу, чтобы Полина сейчас посмотрела внимательно на рукава этого худи. Опа, опа, внимательней. Еще. Не броско, но зато дорого. У меня на рукавах моих худи написано, что это дорого и круто. То есть, посмотрите, вот такая вот красота. И, блин, я просто обожаю свои худи. И скажи, как тебе это вообще? От 1 до 10. Они очень мягкие и удобные. Я буду вечно их носить. Очень крутые. Да, мы с Полинкой вот такие красоточки. Давай покажемся. В одинаковых худи, красотки. Поэтому открывай дальше, что же я тебе подготовила далее из моей коллекции. Ребят, ну это белое худи для меня просто one love. Дальше... Вторая коробочка. Это тоже от твоей коллекции одежды. Угу. Также красиво упаковано. Да. Итак, это у нас уже черное худи. Естественно, так как я Карина Аракелян, любительница черных цветов, я не смогла не подготовить для моих любимых зрителей, для тебя, для самой себя мягкое худи вот с таким вот крутейшим дизайном. Сейчас буду мерить. Хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что моя коллекция называется Golden COVID. Да-да, именно COVID. И именно Golden. Моя коллекция объединила в себе тематику пандемии, коронавирусной инфекции, то есть, которая, естественно, уже давным-давно пришла на смену свиному гриппу и вирусу Эбола. Но, несмотря на это, Москва и вообще, в принципе, золотые люди, то есть golden people, продолжают расхаживать вокруг кремлевских стен, и в эту коллекцию я вложила такой смысл, то, что каждый человек обязан просто приобрести это худи в память
о ковиде, так сказать, потому что, блин, ну мы столько всего, ребят, с вами пережили, продолжаем переживать то, что именно вот этот момент, вот этот период я решила запечатлить на своей коллекции одежды. Это моя первая коллекция, и я очень хочу, чтобы вы меня поддержали. Прямо сейчас вы увидите, как второе худи выглядит на Полинке. Вот такая вот красота. Полина, нравится. Тебе капец как идет. То есть, ребят, посмотрите. Я думаю, что тут как бы смысл дизайна понятен. Очень круто и стильно выглядит в таком а-ля ковбойском стиле. И, Полин, тебе очень идет это худи. Тебе спасибо. Оно просто офигеть как идет. Мне очень нравится вот эта вот эмблема, которую я самостоятельно придумала для своей коллекции. Это такой вот смайлик, просто суперский. Очень-очень круто и качественно вышит. И, блин, какие мягкие эти худи. В них хоть усни за 2 секунды, просто капец. Поэтому, дорогуша моя... Вместо одеяла. Да, реально, вместо одеяла 100% хлопок. Поэтому давай, дорогуша моя, открывай и я смотри. Я сейчас понимаю примерно, что там третья коробка, и что там лежит еще одно худи. И мне предстоит его тоже померить, поэтому я сразу снимаю. Ну вот, кстати, что там худи, это не вариант. Поэтому давай-ка посмотрим. В смысле не вариант? Ну, вот так вот. Посмотрим. Итак, что там лежало? И тут еще одно такое же худи. Да, Полин, тут лежит точно такое же худи, которое ты мерила, и неспроста. А все это потому, что это худи я разыграю среди своих подписчиков в своем инстаграме. И, ребятки, вы обязаны, вот прям 100% обязаны подписаться на мой инстаграм прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании. И, Полина, ты не расстраивайся, потому что у меня еще в коллекции очень много вещей было, и я прямо сейчас их вот... Я обязательно приобрету все вещи, которые там... А зачем их приобретать, если прямо сейчас я тебе их подарю? Дорогая моя, сейчас будешь мерить. Смотри, я только что из шкафа достала остаток коллекции. Смотри, так как в моей коллекции 5 продуктов, сейчас я хочу, чтобы ты их продемонстрировала моим подписчикам. Это такие же худи, только футболки. Да, то есть тут есть вот такая вот футболочка. Если вы не очень любите худи, то есть точно такая же, как и худи, футболка с такой же эмблемой. Очень круто на пояс можно надеть ремень поверх этой футболки и тоже будет очень круто выглядеть. Я всю эту коллекцию, ребят, подбирала конкретно вот прям под себя, что я ношу, мой вкус, моя атмосфера. Ребята, прикол в том, что все футболки вы в любом случае сможете носить не один год, а 100% больше. То есть оверсайзный крой позволяет, ребят, вам почувствовать свободу в движениях. При этом вы чувствуете вес и плотность изделия. Ну и есть еще не только такая черная футболка, но и дорогая моя Полиночка бежевая. В общем, эта футболка, ребят, не белого цвета, она бежевого цвета, и на ней размещен тот же самый золотой принт, что и на худи, то есть I'm golden. Приятный цвет ткани в комбинации с дизайном подарит вам 100% незабываемые ощущения. Я, Полин, по мере футболку, я очень хочу, чтобы ты сказала вообще твое мнение. В общем, вот такая вот потрясная футболка. Правда, я ее достала как будто бы из задницы, ребят, дико извиняюсь. Ее нужно, естественно, чуть-чуть погладить, потому что я ее носила уже не один раз, а всегда, когда я что-либо поношу и мне лень переодеваться адекватно, я швыряю все в шкаф. Поэтому, Полинка, как тебе вообще эта футболка? Как она сидит мне на тебе? Мне очень удобно и комфортно в ней. А это ты должна сказать, она мне идет или нет? Да, Полин, она тебе 100% идет. А ну-ка, померяй-ка черную. Та-дам! Ну, черная это просто рай. Черная особенно мне больше нравится. Да, черная, она прям, ну, такая классическая, красивая и очень-очень-очень круто на тебе сидит. Мне безумно нравится. Ну и еще в моей коллекции есть последняя вещь. И как ты думаешь, что это лежит прямо за можешь посмотреть, это худи. 3 худи и 2 футболки, ребята, присутствуют в моей новой коллекции одежды. И это худи точно такое же с golden дизайном, то есть I am golden, но это худи черное. Я подумала, раз многие не захотят носить белое худи, но им очень понравится этот стиль, то ребята смогут приобрести точно такое же худи, но только оно будет черного цвета. Вот такая вот красота. Блин, ребят, ну это просто очень круто и дорого выглядит. Да-да-да, ребят, тут, кстати, тоже вышито слово «дорого». И причем это самый любимый момент был в изобретении моей новой коллекции. Я обещала себе, что будет какая-то такая суперская фишка, которая подчеркнет и выделит просто всю мою коллекцию. Так что, Полинка, скажи, что тебе больше всего понравилось из моей коллекции? Мне понравилось...
худи с коронавирусом. Да, это просто офигенская худи, но и вообще вся коллекция, она просто изумительная. Кстати, так как у меня вышла новая коллекция, теперь каждый день рандомным зрителям я буду присылать эти худи и футболки. Поэтому подписывайся обязательно на мой инстаграм и делай заказ. Обязательно делай заказ по ссылке ниже в описании. И, возможно, если ты закажешь хотя бы худи или футболку, то в подарок смогу приехать я сама лично к тебе и доставить коллекцию. А об этом чуть-чуть попозже, но заказ обязательно нужно сделать, потому что вскоре ты просто будешь в шоке. А тебе, Полина, я хочу сказать, что это еще не все, и напоминаю, что у тебя вообще-то день рождения. Так что, внимательно посмотри на этот творческий беспорядок и на то, что лежит около шариков. Ты что-то не обратила на это внимание, моя дорогая. А я хочу, чтобы ты обратила внимание и прямо сейчас пошла и посмотрела, что там лежит. На что это? Белая коробочка, но там уже не моя коллекция одежды, а кое-что другое. Давай, распаковывай, но стой! Эта коробка из-под чего? Какой-то знакомый логотип, но я не могу вспомнить, что это. Давай-ка, открывай. Карина! Я обожаю под конец радовать тебя суперскими подарками, поэтому смотри, что тут лежит. 10 тысяч рублей, получается, у тебя уже есть 55 тысяч. Это чтобы ты купила себе, ну что-то... Мороженку. Да, мороженку позолоченную. Давай дальше. Какая-то одежда. Я купила тебе пижамку. Пижамку! И причем пижама настолько суперская, и мне она прям вот, ну, безумно понравилась. Кстати, вау, она тут не одна, поэтому можешь рассмотреть. Это вот такая вот футболочка с бананчиками. Это... Далее шортики лавандовые. Шортики лавандовые моего любимого цвета. Ага. И футболочка с лавандой. Футболочка с лавандой. Дальше штанишки. Крутя. Такого персикового цвета. Рубашечка. Ты хотела пижаму на день рождения, да? Полин, поэтому... Крутяк. Смотри далее. Шортики. Это если тебе вдруг разнравится носить крутяк штаны. Ну и смотри дальше. Быстро. На счет три. Будет прямо крутяк. Сейчас сбудется твоя мечта. Распаковывай. Смысл? Смотри, что этой коробкой быстрее. Полина мечтала себе приобрести Джорданы, и я достала те Джорданы, которые она хотела. И эта расцветка, она просто изумительная, и она очень круто и стильно выглядит. В особенности, Полина, ты прикинь, как круто будут смотреться Джорданы, если ты их наденешь элементарно под это худи. Ты прикинь, как круто это будет выглядеть. А ну-ка возьми в руки, покажи зрителям. Ребят, если у вас есть Джорданы, то вы обязаны купить мою коллекцию одежды и просто поносить Джорданы с худаком. Это самое крутое сочетание, поэтому, Полин. Полина, я просто в шоке. Почему ты такая... Обезбашенная? Волшебная? Фея. Так, я сейчас принесу ложечку, чтобы одеть обувь. Давай. И померить. Пока Полина идет за ложкой, ребят, хочу вам сказать, что Джорданы, ну, реально крутые. Я хочу себе прям точно такие же. Они просто офигенные. Да, я мерить сейчас буду. Давай. На счет три вы увидите Полину в этих кроссовках. Раз, два, три. Я очень надеюсь, что я угадала с размером. Угадала? Итак, я угадала с размером. Полиночка, встань боком, покажи, какие они крутые. Это просто в особенности с худаком. Полина, ты меняешь стиль одежды. Да. Я тебе говорю, реально, тебе очень идут худи, в особенности моя коллекция одежды. И вот эти вот Джорданы. Блин, какие они крутые. Покажи очень боком, встань боком. Ребят, они просто офигенно выглядят. Вы посмотрите на эти кроссовки. Полина о них очень долгое время мечтала, и я их достала, наконец-то. Если надеть черные штаны, мой худак с ковидом или I am golden, то Полина будет самым счастливым ребенком на земле. Я и так счастливый самый уже, точно. В общем, ребят, мы хотим сказать вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Полиночка, я поздравляю тебя. Я тебя очень люблю, спасибо. С днем рождения, моя малышка. Сейчас...
Это было просто офигенно. Мы сейчас с Полинкой будем дальше разбираться с подарками. А я вам хочу сказать, ребят, обязательно делайте заказ, потому что коллекция, моя коллекция ограниченная. Там очень-очень мало худи. Первые там 500 человек, которые сделают заказ на сайте и напишут мне в Инстаграм, будут отмечать меня в сторис, я вас буду добавлять к себе, рандомно делать видео, приветы, сигны, подарки, общаться с вами, и совсем скоро будет такая пушка, ребят, что вы сможете сняться даже у меня в видео. Я буду приезжать лично, доставлять вам свою коллекцию, поэтому скорее, мои родные, переходите. А у меня самая лучшая сестра. Да, и самая лучшая коллекция на сестре. Да. От сестры. Поэтому, ребятки, все ссылки я оставляю ниже в описании, делайте заказ, переходите в мой Инстаграм, переходите в Полин Инстаграм, поздравляйте ее с днем рождения, а мы пойдем распаковывать дальше Полькины подарки и радоваться, отмечать день рождения. Да. С вами была Карина и Полиночка. Всем пока-пока. Пока.